снять старые слои краски, отшлифовать неровности, придать памятнику Великой Отечественной войны былой бравый вид. Сегодня в руках коммунальных служб бронзовый солдат на братской могиле в Звенигороде. В основном это установление покрытия, ремонт подходных путей, покраска, ну и, естественно, мытье. А еще облагородить территорию, расчистить пешеходные дорожки, чтобы все желающие смогли возложить цветы и почтить память героев Великой Отечественной войны. Подготовка к празднованию 9 мая не останавливается. Работы ведутся на более чем 27 памятниках Звенигорода. Задействовано 3 бригады, общее количество 12 человек. Часть из них мобильные, то есть они постоянно перемещаются. Часть работает непосредственно на закрепленных за ними объектах. Большинство мемориалов уже приведены в порядок. Все задачи по ним выполнены, говорят коммунальщики. Последние штрихи непосредственно перед Днем Победы. Татьяна Верняковская, телекомпания «Одинцова».